Сломанные тротуары, разрушенные лавочки, разбитые и переполненные урны – печальная картина. По улице Чехова, как называют в народе район 100-метровки, необходимо заменить тротуарную плитку. На спортивной площадке и в скверах – горы опавшей листвы. Столбы уличного освещения обрастают рекламными листовками. Мы сейчас с вами пройдем и посмотрим на те места, которые сейчас необходимы. Они незначительные и слишком больших затрат. Но есть места, которые можно, а есть места, которые необходимо включить в план, в программу на 16-й год. Уборку микрорайона осуществляют и несколько дворников. Однако быстро навести порядок на такой территории не получается. От Южного рынка до Спецтранса. Мирная, и вот так этот треугольник. Еще одна причина – отсутствие четких границ среди нескольких управляющих компаний, осуществляющих уборку в микрорайоне. Нарушение влечет наказание. Сотрудники управления муниципального контроля на одну из этих компаний составили протокол об административном правонарушении. Участились случаи вандализма. Не так давно установленные скамейки сломали. Бетонное основание валяется на газоне, а кованые лавки некоторые жильцы с легкостью снимают с креплений и уносят в неизвестность. Направлении. Жалобы поступают и на жуткое состояние дорожного покрытия. Если разбитая дорога является частью придомовой территории, то она является общим имуществом, за содержание и ремонт которого отвечает управляющая организация. Это ваша территория, то обеспечить ямочный ремонт это нужно рассмотреть в вашей управляющей компании. Все выявленные факты нарушений правил благоустройства были переданы в управление жилищно-коммунального хозяйства. И в скором времени они должны быть устранены. Мониторинг на курорте будет проходить регулярно. От ответственности не удастся уйти никому.